Миланский суд возобновил сегодня слушание по делу о возможной интимной связи бывшего премьер-министра Италии Сильвии Берлускони с несовершеннолетней танцовщицей Каримой Махрук. Уроженка Марокко прибыла сегодня во дворец правосудия, однако в итоге показания девушки так и не были заслушаны, поскольку защита Берлускони настаивает на переносе процесса на конец февраля, обосновывая это тем, что Берлускони должен получить возможность полноценного участия в предстоящих парламентских выборах в качестве лидера правоцентристской коалиции. Судебный процесс против итальянского экс-премьера начался в апреле 2011 года. По версии следствия, Берлускони вступил в интимную связь с Руби, когда ей еще не исполнилось 18 лет. Сам политик и его экс-подруга эти обвинения отрицают.